На выходных в Украине будет тепло, обещают синоптики Укргидромедцентра. Дожди пройдут в западных областях и на севере. На остальной территории осадки будут незначительные. Юг, центр и восток Украины покроет туман. Субботний Харьков будет облачным и безветренным, обещает сайт «Синоптик». Ночь и утро пройдет без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Температура ночью 0 плюс 1, днем плюс 3, плюс 4. В воскресенье сохранится пасмурная погода без осадков. Температура ночью минус 1, днем плюс 3. Ветер слабый, 3-4 метра в секунду. В ночь на понедельник возможны заморозки до минус 2 градусов, днем плюс 1, ветер до 6 метров в секунду. А вот сайт Гизметео в субботу и в понедельник прогнозируют небольшой снег. По народным приметам, после 24 февраля зима окончательно уходит. Морозы, если и бывают, то только ночью. Чтобы зима не вернулась до следующего декабря, ее чучело народ превселюдно сжигает на площади Масленица.